рамках фестиваля «Глубина резкости» на 5-й набережной города Владивостока начинается мастер-класс по съемке «Левитация», как-то так называется. Вообще по правилам оно одевается вот таким образом, вот здесь оно страхуется, да, и альпинист висит там, не знаю, стены красит, окна моет. Тут все такое. Мы одеваем страховку задом наперед, чтобы у нас перед у модели был максимально красивый. Снимаем там спереди. Майка и шорты обязательно для чего? Потому что когда она поднимается до дна. Максимально закрытое. Если платье открытое, значит оно обязательно должно быть с плечами, да, чтобы максимально скрыть страховку. И потом в фотошопе выбирайте просто тросик, на котором она висит, и собственно на этом все. Вот так, все это застраховал. Здесь, если разный рост, можно подтянуть, можно сделать выше, ниже. То есть мы даже поднимали девушку весом 150 килограмм. Вот, мы правда боялись и просто так поднимали, ее бочку поднимали. Бочку тоже страховали, но... Пока посмотрим свет. Свет, ракурсы. Маша привыкла к страховке. Она не боялась. Она любит, да. Всякие штуки непонятные. Смотрите, то есть вот здесь перед у нас максимально красивый, да? И нам тут останется фотошоп, но только, ну вот, буквально чуть-чуть, да? Всю страховку не надо. И вот здесь мы сейчас зафиксируем на крюк. Поэтому если вы берете какое-то платье, либо то, которое не очень сильно жалко, да, если вдруг замок переломается. Вот. Либо то, которое у нас будет оттягиваться так, чтобы страховка не порвалась. Ну, в смысле, не порвала платье, страховка не Выдыхай.
страховки, видите, с таким вырезом, что когда страховка поднимается, то есть она его не цепляет, то есть замок не натягивается. Мы потом покажем, как еще делать, если замок натягивается, пуговки там и так далее. Так, все? Крылышки? Что, волнительно, да? Ой. Желательно курящих, чтобы они там выходили, покурили, возвращались и помогали вам клеить крылья, потому что в одного это безумно сложно. Вот. Как они клеятся? Все очень просто. Вы вырезаете просто кусок подложки, вырезаете перья разной длины. Большие, маленькие. Это просто обычные треугольники. Они где-то, кстати, валяются. Это уже последняя жизнь этих крыльев, потому что это сезон сделано новое. Но вот эти прожили 4 года. Вот. Да. На подростке мы все покупали. Вот. То есть вот такие перышки примерно. Вот они клеятся на горячий пистолет, просто прижимаются на подложку и все. Смотрите, если она просто висит, ее можно привязать дополнительно за ногу веревкой, чтобы вы могли ее докручивать, да, удобненько. Но она у нас будет летать, то есть если будет болтать над морем, разгонять, раскачивать, и она будет лететь прямо на нас. Смотрите, очень красиво. Вот примерно так. Да, но так нельзя привязывать, потому что страховка запутается. Вот. И модель не может упасть. Короче, это не очень безопасно. Поэтому ей приходится доворачиваться вот так вот ногами. Она будет
Сергея.